Маленькая кошечка села на окошечко. Серенькая кошечка мыться начала. Мылась, мылась, не домылась. Еще помоется. Интересно, кошечки моются. Не под душ заходят, а язычком. Лежится. Хорошо, у кого шерсть маленькая, да, всего себя прилижешь. У кого вот длинная, там и не долижешься до нужного места. Это кот. Это кот, да. Кот умывун. Ну, не лисень. Он же... Ну, правильно. Все коты моют. Да? Мыться так мыться. Но зато какие они акробаты. Почему и говорят сейчас физиологи, что надо гнуться, как кошка, почаще тянуться, чтобы позвоночник не болел, спинка, чтобы не болела. И лизать себя, да, Елисей говорит. Уж если мы себя полижем, тогда вообще хорошо станет. Но если вот так мы сможем завернуть голову к пояснице, тогда у нас будет все прекрасно. Вот, какой умывальник. Кот умывальник, да. Моется. Запылился за ночь. Ну, не трогай, пусть он помоется. Пусть он будет чистым кот. Вот так вот, какая длинная шерсть. А длинная шерсть — это зарядка для шеи.